Ежегодно в одно и то же время христиане отмечают великий праздник – Преображение Господне. В народе этот день известен под названием «Яблочный спас». На Руси считали, что до праздника нельзя есть яблоки. А вот после 19 августа, дата, на которую приходится праздник, хозяйки варили варенье из яблок, пекли пироги с яблочным джемом, делали заготовки. В преддверии праздника на летней досуговой площадке «Солнечная страна» сотрудники городского дома культуры подготовили для воспитанников Славянской школы-интерната развлекательную программу «Яблочный спас». Ребятам рассказали об истории праздника, провели веселые конкурсы и игры. Дети читали стихи, танцевали и даже исполняли песни. Больше всего ребятам запомнился конкурс «Арка желаний». Юным участникам праздника необходимо было загадать желание, пройти сквозь арку и съесть яблоко. Считается, что в этот праздник все желания обязательно сбудутся. У нас сегодня праздник «Яблочный спас». Мы играем здесь. Проходили только что под арочкой и загадывали желание, ели яблоки. Завершился праздник чаепитием. Ребят угостили сладостями, ну и, конечно же, яблоками.